Здравствуйте. Сегодня мне предстоит сделать ремонт вот этой стороны крылечка. Ее необходимо теперь привести в нормальный порядок. Вот теперь необходимо все это заделать. Вырезал сетку по размеру, закрепил ее здесь на месте. И теперь буду ранее приготовленным раствором оштукатуривать эту поверхность. Раствор буду делать отсев и цемент. 2,5 части отсева и 1 часть цемента. Так будет более надежна штукатурка и хорошо держаться. Вот такой получился у меня раствор. Все, раствор готовый. И теперь равномерно наношу раствор на эту поверхность крыльца. И так продолжаю закидывать раствором данную поверхность крыльца. Потом делаю терку, небольшую стяжку, выравнивая данную поверхность. Вот так оштукатурена эта поверхность, это черновая поверхность штукатурки. И через 30-40 минут буду наносить еще один слой раствора, который будет окончательным. Вот так выглядит оштукатурена поверхность данной стороны крыльца. А вот так выглядит оштукатурена поверхность после высыхания данного раствора. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.